Магаданцам сделают СНИЛС на ребенка автоматически. Сотрудники пенсионного фонда приступили к проактивному оформлению документа. На детей, которые родились с 15 июля 2020 года, работники ПФР пришлют номер в личный кабинет мамы на портале госуслуг. Специалисты пенсионного фонда все сделают самостоятельно. Как только в информационной системе пенсионного фонда поступит информация из регистра ЗАГС о том, что ребенок родился, специалисты оформят номер СНИЛС, и затем информация о том, что он оформлен, поступит в личный кабинет на портале, едином портале государственных и муниципальных услуг, заявителю. Для того, чтобы информация о том, что все оформлено и все готово, была видна заявителю, ему необходимо выбрать соответствующие настройки на портале государственных услуг. После того, как заявитель выберет нужные настройки, уведомления об оформлении поступят на электронную почту или по СМС. Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний порядок оформления СНИЛС, поскольку нужные сведения могут дать только сами усыновители.